иногда выпускает жало, стирая прошлое, словно вирус. И хоккеист уже нас сбежала, и на работе полнейший минус. Но наш герой не сдается, слезы утри, по жизни идет и смеется. Вот он, смотри, он самый счастливый из нас, избранный небесами. Он вам не старый баркас, а фрегат с парусами. И в чем же причина тогда? Две обычные строчки ждут его тоже.